Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Беспредел в психоневрологическом доме-интернате. Видеозапись с таким названием была выложена в социальные сети в начале января текущего года. Анонимный автор видео в описании к нему утверждает, что сотрудники дома-интерната прикарманивали деньги у больных постоянно. Наша телекомпания связалась с директором Буренского психоневрологического дома-интерната Линой Мангуш. Так она прокомментировала содержание видеозаписи. Значит, в магазине они вдруг дают в начале месяца, потом, значит, они собирают, значит, вот эти вот долги от магазина и так далее. В данный момент нету долгов, потому что они все это, значит, заранее там они вот социальным работникам планируются, и все они там выкупают, значит, что они там хотят. Для разбирательства содержания данного видеоматериала Министерством Тувы была создана специальная комиссия, куда вошли и представители общественности. По материалам видеосъемки вот этого ролика, значит, уже началась работа комиссии, куда вошли, значит, общественные организации наших инвалидов, а именно общество, председатель общества глухих, значит, председатель общества инвалидов городского Алена Дондороловна, а также представитель, значит, аппарата уполномоченного по правам человека. И, значит, соответственно, должностные лица Министерства труда. Вот. Значит, по данному делу идет проверка от УБЭП. Тоже. Как пояснила Людмила Тасол, о результатах данной проверки станет известно уже на этой неделе. Органы местного самоуправления Тувы в 2018 году ожидает активная ротация кадров. Глава республики Шалбан Караол сообщил о планах кадрового обновления муниципального звена на первом в наступающем году аппаратном совещании. С полпредами правительства республики в районах договорились сделать работу по формированию кадрового резерва на муниципальном уровне приоритетным направлением 2018 года. Скамейка запасных должна быть длинной и, самое главное, качественной, заявил он. Ротация кадров должна стать обычным рабочим процессом в органах государственной власти и муниципального управления, позволяющим в повседневном режиме повышать их эффективность, убежден премьер. На этом же совещании Шалбан Караул в качестве аргумента в пользу ротации привел случай, произошедший в Лукемском районе, где в нынешние новогодние каникулы произошли два убийства. Оба преступления были совершены в административном центре района города Шаганар ранее судимыми лицами, которые должны были находиться под особым надзором властей и полиции. Однако, как выяснилось, никаких профилактических мероприятий с бывшими осужденными здесь не проводилось. Более того, по горячим следам не удалось найти никого из чиновников, которые отвечают за предупреждение правонарушений. Они, как выяснилось, вообще провели каникулы вне веренной им территории. Считаю необходимым, чтобы управленческая система прежде всего имела свое воспроизводство, имела возможность всегда обновляться. И в этом отношении принципы кадровой деятельности, которые мы неоднократно с вами обсуждали, они должны быть безукоризненными. И они не должны опираться на прошлые достижения. Очень важно выдавать результат. В конце декабря инспекторы центра ГИМС регионального МЧС провели ледовую переправу Тоджинская через Большой Енисей в Тоджинский район. По его результатам составлен акт технического освидетельствования на открытие данной ледовой переправы грузоподъемностью 5 тонн. Сейчас допущены к эксплуатации все 5 ледовых переправ, имеющихся на территории республики. Кроме Тоджинской ледовой переправы открыты также Улукхемская в Улукхемском районе, Карахакская в Кызылском районе, Усть-Буренская и Бельбейская в Кахемском районе. Скорость движения по этим переправам не должна превышать 15 км в час. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности переправ.
Правительство утвердило правила предоставления субсидий по ипотечному кредиту для семей с детьми. Документ опубликован на сайте Кабинета министров, сообщает издательство «Российская газета». Речь идет о субсидировании процентной ставки и ее снижении за счет поддержки из федерального бюджета до уровня 6% годовых в течение 3 или 5 лет. Условием ее снижения является рождение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. Сейчас ставка по ипотеке у крупных банков составляет чуть больше 9% годовых. Ее снижение на 3% позволит гражданам, у которых в семье появится второй или третий ребенок, приобрести собственное жилье. Агентство ипотечного жилищного кредитования уполномочено возмещать кредитными организациями за счет субсидий из федерального бюджета недополученные доходы по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей. Смотрите на шубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама! Можно в рассрочку на выставке «Меховые традиции». Только в январе. Получи чехол в подарок. С 11 по 14 января. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Еженедельная газета «Тува-ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува-ТВ». Если объявление, то «Тува-ТВ». В этом году Национальной библиотекой имени Пушкина объявлен приоритетный проект «Читающая Тува. Культурная нация» с целью повышения роли чтения и развития духовного потенциала общества, сохраняя культуры и языков народов Тувы как одной из основ инновационного развития республики. Проект стартовал 1 января. В его реализации приняли участие более 170 муниципальных библиотек. Отмечается, что муниципальные библиотеки Кызыла постоянно изучают мнение пользователей, для чего проводят социологические исследования, в частности, анкетирование «Что читают белые воротнички?». В нем приняли участие 35 респондентов, госслужащие и читатели библиотек. Исследование показало, что книга в жизни госслужащих по-прежнему является важнейшим источником информации. Предпочтения опрошенные отдают классической и современной литературе. В Министерство здравоохранения Тувы все 10 выходных январских дней стеклась оперативная информация об организации медицинской помощи населению по всему региону и соблюдении температурного режима в медицинских организациях. За выходные праздничные дни медицинские работники проведали более 1500 маломобильных граждан и пожилых людей. По результатам медицинского осмотра госпитализировано в стационарное отделение 13 человек. Всего за 10 праздничных дней медики совместно с социальными службами обошли более
7 тысяч семей. Осмотрели на дому более 13 тысяч детей. 1617 беременных женщин, более 40 из которых госпитализировано. Выявлено 44 семей, находящихся в социально опасном положении. Оказана медицинская помощь около 800 детям. Госпитализировано в детское отделение медицинских учреждений 94 детей. В социальные учреждения определены 48 детей. По 6 семьям переданы сигнальные листы в комиссии по делам несовершеннолетних. Были случаи, когда при поддержке специалистов социальных служб приходилось убеждать родителей в необходимости госпитализации детей, чтобы исключить угрозу ухудшения детского здоровья. В 2018 году в музее откроется выставка фотографа Бурхарда Томана из Германии. Он в течение уже нескольких лет осуществляет особый проект «Двух миров одного мгновения». Своей камерой он открыл портал между двумя временами двух миров с тем, чтобы с дистанции в 5500 километров донести это ощущение момента. Его фотографии рассказывают о магии и истории скифов и кельфов. История и культура скифов, которые с середины второго тысячелетия до 7 века до нашей эры, жили так же интересно, как кельты Европы. На краю Ватерау, недалеко от области Рейн-Майн, лежит Глауберг. Археологические раскопки причислили это место к важнейшим памятникам европейского железного века. У подножия горы найдены три богатых захоронения кельтских князей 5 века до нашей эры и статуя кельтского правителя в натуральную величину, которая во всем мире расценивается как научная сенсация. Кроме того, там были обнаружены обширная система рвов, захоронения и так называемая дорога процессий, указанная на сакральное назначение места. Собственно, княжеская резиденция находилась выше на обширном плато, которое 2500 лет назад было защищено мощной оборонительной крепостной стеной с укрепленными воротами. Находки и размеры археологического комплекса показывают, что кельтские правители – обладатели обширной светской, хозяйственной и культурной властью. 7 марта прошлого года выставка экспонировалась в музее Глауберга. Этим летом она откроется в Национальном музее Республики Тыва. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что у нас действует акция «Приведите своих друзей и получайте приятные бонусы». Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике небольшая облачность без осадков. На дорогах гололедица. Местами понижение температуры до минус 43 градусов. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ночью минус 35, минус 37 градусов. Днем минус 27, минус 28 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.